В рамках заседания исполнительный комитет рассмотрел вопросы и детали поездки группы учителей, преподающих государственный язык в учебных заведениях Гагаузии на курсы повышения квалификации в Румынский университет Нижний Дунай. На себя берут университет и консульство Румынии, генеральное в Кагуле, проживание, питание и курсовую подготовку бесплатно. Нам остается только оплата дорог. И вот наше сегодняшнее постановление как раз таки подтверждает то, что у нас слова не расходятся с делами. И мы не играем в популизм, мы занимаемся конкретными делами. Вот эти программы лингвистической практики должны быть реализованы на уровне государства. Это Министерство образования должно думать об этом. Мы хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособными. И мы все будем делать для того, чтобы наши дети были конкурентоспособными. Проезд группы преподавателей будет оплачен за счет средств, выделенных исполнительным комитетом автономии. Обучение в университете Нижний Дунай пройдет в период с 6 по 13 и с 14 по 19 мая.